Здравствуйте, уважаемые друзья, гости нашего канала. Сегодня будет интересное видео, посвящено программе человека. Мы уже несколько видео снимали, но смотрю, есть до сих пор комментарии. И у людей все-таки есть недопонимание, все-таки как можно повоздействовать на программу. Все-таки программа фиксирована или не фиксирована? То есть можно ее как-то изменить или все запрограммировано и на нее никак уже повлиять невозможно. Сейчас будем с этой темой разбираться. Сегодня с нами Марина. Итак, первый вопрос. Программа у человека строго фиксирована или на нее можно как-то повлиять? И у кого можно, у кого нельзя? Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, зрители. Ну, смотрите. По семерочке кубков можно сказать, что программа у человека может меняться. Она строго не фиксирована. Вы не можете идти, как будто вот вас тянут, и вы идете. Нет, каждое ваше действие может поменять круг событий вокруг вас. То есть есть некая программа, вы можете ее выполнить, а можете ее не выполнить, правильно? И тогда начинает работать. Совершенно верно. Даже может и третий быть случай. Кому-то с легкостью будет. Вот смотрите, если вот вы идете, вот, например, что-то запрограммировали, да, как будто вам кажется, что вы так решили, да, возможно, что так оно и есть. Вы можете идти по этому заданному пути, и у вас будет все легко получаться. А есть такое, что вы хотите туда идти, а не можете. Почему? А значит, вы что-то не доделали. Понимаете, чтобы туда пойти, вам нужно сначала что-то доделать. Даже в денежном плане это больше показывается. Фиксированного. Зафиксирован по миру. То есть у нас раньше была информация, что если человек выполняет текущие программы, жизнь начинает облегчаться. То есть именно здесь, на этой планете, на других там другие законы. И возможно, вот сейчас карты показывают, да, что человека за это ему там плюшки вот эти финансовые давать начинают. Возможно, нет, понимаете, можно так сказать, что как бы именно отработка человека на Земле, она зафиксирована. Но как вы это проживете? В сложном варианте, в более легком варианте? Может быть, какие-то пути события развить еще дополнительные и просто перевыполнить свою вот именно цепочку событий, которые вы должны были пройти на Земле. Может, обучение какое-то вы также можете на Земле пройти, как обучение. Быстрее, вас быстрее что-то пойдет. Так. Есть такое, что у неразвитого человека более все фиксировано, а вот у более развитого там все-таки больше ему вариантов для маневра дается, да, что-то там новые какие-то программы добавились там, да, по его желанию души там и так далее. Вы знаете, развитая душа и неразвитая душа. Неразвитая душа может тоже прийти к этому же состоянию, более к развитой душе, но для этого ей нужно будет много проработать. Вообще полностью отмести от себя вот 10 причин, по которым вы не можете начать, да, развиваться. Нет такой неразвитой, ну, есть такое понятие неразвитая душа, но она может быть развитой, понимаете, но у развитой души это более быстрее проходит, понимаете, у которых нет вредных привычек, у кого нет каких-то, ну, таких отклонений, которые бы мешали бы развитию, да. Конечно же, сначала нужно прорабатывать внутреннее. И вот тогда, вот, получается, вы больше получаете, вас больше тогда вас как бы благодарят, что вы молодцы, ага, вот вам вас по головке погладили, и вот у вас начинается совершенно другая судьба. Можно изменить, но даже, может быть, на несколько ступеней ваша душа может даже перейти более на высший уровень, я бы так сказала. По поводу веры в свои силы, например, да, что-то меняется, когда человек верит, что он может программу изменить, там,
что-то улучшить там, да, и так далее. Или человек просто, вот он живет там, все, я не верю, как, вот как заложено там, что налево пойду, приду к этому, что направо пойду к этому, буду сидеть, либо не сидеть, либо что-то делать, все равно результат одинаковый будет. Ну, конечно же, если он будет сидеть на одном месте, он, конечно, он не сдвинется с этого места. А если человек пойдет, по-другому захочет что-то изменить, он добьется быстрее результатов. Ну, сидеть он будет, он, ну, и будет сидеть. Развитие-то какое происходит? Никакого. Ну, он и проживет так свою жизнь. Он может быть ее так прожить, а может быть даже в худшем варианте прожить. Он, наоборот, даже может спуститься на уровень ниже. А кто развивается, то посмотрите, как он. Вся боль, утрата у него остается и идет только вперед, понимаете? Вот давай такой вопрос зададим. Если человек узнает программу, ну, допустим, к специалисту обращается, к нам, еще кому-то, неважно, вот обращается к специалисту, и он знает свою программу, что он должен проработать, что ему мешает, куда надо двигаться там, и так далее. И человек, который вот живет как тренинг-трава на поляне, разница какая будет в итоге? Когда человек знает свою программу, следует ей там, все правильно делает, и который вообще там вот живет, считает, что он все знает, типа умеет, но вот сам по себе. Вот смотрите, человек обращается к наставнику, к духовнику, да хоть кому. Он выходит из подвешенного состояния, в котором он не знает, как, куда идти. Также он рассеивает намного иллюзий, вот, которые вот, казалось бы раньше, что это вот так оно и должно быть, то это была иллюзия, конечно, что нет, например, дороги, дорога там прервалась, там дорога ушла, нет назад, нет вперед. Это иллюзия, что вот он не может поменять ничего в своей жизни. И, конечно же, развитый человек, вот он, конечно, пожинает потом плоды, он потом удивляется, что да, вот он проработал, все вот это вот осталось, у него только вот вперед. А который не развитый, то, конечно, что он, ну, не развитый, что он будет получать? Смотрите, все закрыто. Ему и духовные хоть знания ты дай. Перевернется через несколько жизней и все равно вернется сюда назад с доработкой. Вот так. То есть наработает карму, потеряет количество жизни, да, и все равно начнет с того. Да, получается, переживет, потом все равно возвратится. Но одна жизнь будет потеряна, еще три, поэтому да, он потом опять сюда же вернется, опять же будет отрабатывать. А может такое быть, что человек, допустим, который не развивается, его могут в животный мир опять кинуть на переразвитие? Или такого нет? Попал в тело и уже. Гуманоидно, не гуманоидного типа, все, обратно на дороге нет. Нет, человеческая душа в животного не войдет. Это и неправильная информация. Она только перерождаться может в другом человеке, просто больше с проблемами, и я бы сказала, даже по картам, ну, может быть, в более сложной ситуации бы входила бы, да, у него уже будет другая отработка, вот если он думает, что он сейчас очень плохо живет, то он еще не знает, как еще можно быть еще хуже, понимаете? И он только это может узнать только в следующем перерождении, но будучи в теле только человека, животного нет. То есть у нас программа, у кого-то, вот, кстати, мы все разные, да? И вот вначале я там задал вопрос, так просто мельком. А можно ли на одного человека с помощью нашей помощи, допустим, там, повлиять лучше, на другого хуже, на третьего там еще как-то, да, там в какой-то степени? Это, допустим, какие-то камни у человека там, да, или человек там тотемы там подбирает под себя, да, с помощью цвета, там, узнавания программы и так далее. То есть есть люди, у которых программы там более фиксированы, да, там меньше можно повлиять, да, есть люди, у которых больше как бы возможности, да, реализовать себя, изменить что-то. То есть вот у всех все по-разному, как я говорю, и более-менее одинаково. От уровня развития зависит еще так же.
Видите, подбор, вот подбор, видите, вот, душе нужен подбор, да, подобрали душе, что-то вы говорите, тотемное животное, тотемный камень, какую-то программу, какой-то, может быть, медитативный план. Вот тогда у человека начинается меняться жизнь, да. Вот как раз выходить из тупиковой ситуации, которую даже вот он не знал даже, как выйти из нее, да, допустим, или что-то ему не хватало каких-то сил, вот тогда он получает вот именно те знания, которые вот идут, да, вот по шестерочке, да. И вот как раз тогда вот он становится более уже целенаправленно идти. Это как помощник, я вот так скажу, что вот да, если людям давать это, они обретают силу, они обретают знания, они повышаются, да. Это помощь людям. Они как раз и получают. Те люди, которые воспользовались услугами даже, может быть, не услугами, может быть, даже которые сами захотели попробовать подобрать. Ну, и такой вариант тоже имеется, если они правильно подберут, и они именно вот наткнулись, может быть, интуитивно на этот камень, на это тотемное животное, которое его притянуло, то да, он ему будет просто настолько колоссально помогать, просто что это как помощник. Ну вот я всегда говорил, вот в течение там, не знаю, 10 лет на канале у себя, да, вот мало кто это слышит, вот сегодня еще раз подтверждение, что на Земле устроено все таким образом сегодня, что есть люди, которые не обладают сверхспособностями, не обладают знаниями, а есть специальные люди, там, контактеры, тарологи, астрологи, там, нумерологи, специалисты, у которых это прописано в программе, это их предназначение, они сюда пришли на Землю помогать другим людям. То есть такие, как мы, у которых вписано это в программу. И это все говорят, да, то есть люди, которые это понимают, они помогают другим смотреть их программу, направлять, чтобы человек... Как вот бензина не хватает, да, он закончился, вы поехали на заправку, заправились там, да, там еда закончилась, пошли в магазин. А здесь то же самое. Узнать свою программу специальных людей, вот как вот пошел, да, пункт там, приема там чего-то там, да, бутылки сдал, там, не знаю, там, что-то взял, купил там. И здесь то же самое. Вы пришли к специалисту, специалист вам рассказал, в чем проблема, куда надо двигаться. И человек уже двигается в правильном. Понятно, что есть там шарлатаны, понятно, что есть начинающие, есть там более серьезные люди, там суперпрофессионалы, да, это уже другой вопрос. Но то есть оно так и есть, как бы, да, то есть такие люди, они специально приходят, чтобы вот помогать другим людям, направлять их и давать знания. Совершенно верно. Да, есть люди, которые только вот именно знаниями вот этими делятся, да, только нужно взять эти знания и идти вперед. Вот видите, опять же падает. Да, есть такие специально обученные люди, которые пришли, которые связывают духовная связь с космосом, которые могут делиться своими знаниями, помогать людям, их направлять, то есть, значит, им давать то, что они просят. Вот они просят человека, значит, и те люди помогают. Да, действительно, есть такие люди, контактеры, как вы сказали, и тарологи, и там астрологи, и нумерологи, и шаманы. Большой спектр есть таких людей, которые могут именно помогать людям. Но сами, конечно, люди, это очень мало кто может до этого дойти, так как у них нет этих знаний колоссальных. Они не могут подойти к этим каналам, которые идут. Только... Дано не всем. Это дано вот таким вот людям. Маг говорит сам за себя. Ну и, соответственно, как бы я все время призываю всех, смотрите свою программу, смотрите. Хотите пройти жизнь по короткому маршруту, вот я могу просто как-нибудь, я про свою жизнь расскажу очень подробно, и просто про других как бы тоже рассказываю периодически. Но просто хочу, чтобы вы все понимали, жизнь, которая идет по программе, она гладенько проходит. Но если у человека есть много кармы, конечно, она будет с осложнениями проходить, даже если все правильно будете делать, все равно с осложнениями, но все равно хорошо. А если у человека и карма, и
человек не выполняет, ну, не идет по короткому маршруту, да, то есть он все время препятствия сам себе ставит, чинит, там, вот все, я не верю в тотемных животных, я не верю в растения, я не верю в камни, там, я не понимаю, как это работает. То есть человек все время вот в отрицалово уходит, там, на негативе там постоянно. То есть, поверьте мне, даже вот на моем примере, на себе говорю, да, на примере других людей, которых к нам обратилось за 10 лет такое количество, да, что можно не один том написать. И люди, которые начинают с собой заниматься, жизнь просто кардинально меняется. Кардинально меняется. Просто люди не всегда, вот иногда обращаются, первая ступень, а дальше не хотят. Ну, по разным причинам, не знаю, там, непонимание там, нету там возможности финансовые, там, не знаю, еще что-то там. И увидели какие-то другие направления развития там, и не дошли до дальше, дальше не стали развиваться, да, и, естественно, люди, у людей тормозится развитие. То есть вот эти все моменты, они очень важны. Я думаю, что видео полезное. Вот, если есть какие-то вопросы еще, если есть еще что-то сказать по программе, да, то можешь еще что-то рассказать. Вот по этим именно вопросам, которые вот мы сегодня задавали, еще раз объяснить людям, да, что на программу можно повлиять. Мы это узнаем на консультациях. Как можно максимально эффективно повлиять? Что мешает развиваться? Да? Куда вас направить? Чем заниматься? Да? Какие помощники максимально эффективно будут на финансы влиять, на семейное положение, на духовное развитие, на правильное мышление и так далее. Это все настолько важно, что я не знаю даже еще какими словами говорить. Не нравимся мы, обращайтесь к другим людям. Но это надо делать. То есть нужно под контролем держать свою программу. Да, вот на что и карты говорят. Вот видите, по справедливости, по карте жадности и алчности и императору. Любой человек, который хочет проработать, он должен проработать. У него лишь бы было желание избавиться от своих вредных привычек, от жадности, вот от этой вот материальности, вот этой вот алчности, даже вот эта карта, она об этом и говорит, что по справедливости, может быть, как раз вот именно вам дадут то, что вы должны знать на тот пути развития, который вот в данный момент у вас имеется. И вот именно по вот этому в данном случае, в данной вашей программе дается какой-то участок знаний, чтобы вы его прошли. Вы проходите, переходите на другой уровень. Сразу все вы не сможете понять, изучить. Это все идет постепенно. Сначала мы получаем знания, чтобы избавиться от жадности, потом мы идем, чтобы стать императором, да, соответственно. Из простого вышли уже в более душу зрелую, такую, более качественную, более целенаправленную именно на развитие. Понимаете, о чем я говорю? Ну да, и о всех других человеческих пороках, естественно, о чем мы все время говорим. Алчность, гордыня, обиды. Она первая не пускает к развитию людей, жадности. Поэтому многие люди, которые не избавились от этого, они не могут понять, почему у них развитие не идет. Видите, как я вытягиваю карты? И они говорят о том, что, конечно, у многих разочарование идет у вот этой вот линии. Если человек не избавляется, душа не получает именно, душу не пускать дальше развиваться, понимаете? Чтобы дальше уйти и стать, соответственно, более развитой душой, также вам и говорит королева жезлов. Чтобы вам избавиться от всего, вы должны очень много трудиться. Вы должны полностью пересмотреть свою жизнь, свой ход событий и полностью его начать менять. Это очень тяжело, это колоссальнейший труд. Просто каждый думает, что это так легко. Нет, избавиться от всех пороков просто невозможно. Все равно что-то остается. Но есть как раз подавить что-то, избавиться, чтобы дальше пойти, это можно. И это нужно. И видите, когда душа начинает развиваться, конечно, она сталкивается с очень большими проблемами. Ее дальше начинают не пускать. Вот понимаете, она вышла на какой-то уровень развития, да? Ага, а там раз так подумали, нет-нет-нет, дайте-ка мы испытаем эту душу. А стоит ли дальше идти? А мы посмотрим, мы создадим столько ей преград, чтобы вот она просто руки опустила, дальше не шла. Понимаете, какая игра? Вот начинается тогда как раз и говорить, что вот у людей нет тогда денег, люди впадают, опять же начинают заниматься своими вредными привычками,
Это такой ход интересный. Чтобы до этого дойти, до развития души, вы должны пройти колоссальнейший труд. Просто настолько колоссальнейший труд, что даже когда вы сталкиваетесь с этими проблемами, они уже изначально даже вас будут отталкивать. Будут говорить, чтобы вы опустили руки, чтобы вы дальше не шли. А вы должны это побороть в себе и идти дальше. И вот тогда вы придете к намеченной цели. Понимаете, о чем? Чтобы вы не опускали руки, а шли. Кажется, и денег нет. И опять начинаем это пить, курить, играть, ходить, драться. И еще помимо этого всего. Есть грибы, например, какие-нибудь с галлюцинациями. Да? Это так, шутка, конечно. И да. Будет казаться, что очень много, столько заборов вот поставит вам судьба, чтобы вы только дальше не шли. Но вы должны побороть себя, и тогда вы придете именно к развитию своей души. Это опыт. А я хочу немножко от себя добавить, сказать, что поначалу сложно, потом человек к этому привыкает, может, первые несколько лет, ой, не получается медитировать, там, ой, не получается на здоровое питание перейти, что способствует развитию, ой, там, везде информация разная, разрознена, ой, как надоело заморачиваться с питанием, там, это только первое время. Потом человек привыкает, как бы, да, да, бывают периоды в жизни, что откаты бывают, человек разочаровывается в чем-то, но все равно после этих откатов, если человек себя возьмет в руки и будет дальше двигаться, то есть опять идет в правильном направлении, и потом уже человек стабилизируется, начинает уже понимать, почему здесь сложность проходит, почему здесь воспринимает, а если еще медитация вот эти наши использовать будет, то это вообще супер получается. Человек, ну, настолько все легко чувствуется. Вот я всегда говорю, вот вы проработали, например, там злость, например, да, там сколько у человека месяц ушло, два месяца у кого-то, все, человек не чувствует, убрал медитацию. Все, развивается, опять какие-то сложности в жизни наступили, опять что-то там поджимать начинает, опять достал ее, опять поработал там неделю, все, опять ничего нету там. То есть все это работает на ура, как. Просто нужно понимать, что пороки, они просто вписаны в программу, но человек может их прорабатывать. Если человек все время будет развиваться и по-другому мыслить, у него даже и медитации эти не нужны, последствия будут. Он просто мыслит по-другому уже. Все, он себя контролирует, он осознан, и он может двигаться в правильном направлении. Благодарим Марину, Вселенную за просмотры. Вот, развиваемся вместе. Вот, пишите обязательно свои комментарии, вопросы, темы интересные. Если проявляете активность на канале, у нас конкурсы проводятся, обязательно вам сделаем бесплатную что-нибудь помощь интересную, в чем вы нуждаетесь, поможем в чем-то. Но вы должны очень хорошую активность проявлять на канале, чтобы у вас было всегда заметно и видно, чтобы и Марина вас видела, и Наталья, и я вас видел. Вот, тогда вы все время в поле зрения попадаете. Мы, конечно, с удовольствием вам поможем. Успехов всем, развития. Ждем вас на личных консультациях в любой момент. Всего доброго, до свидания.